Все, настало время уезжать. Немножко даже грустно. Стол за розовый затащить, да? Пистолеты наши остаются. И все, навели тут марафет, красоту. Затащили диваны, как было. И все. А готовы? Я готов. Расческа. Я тоже. Остается тут. Все. Пока-пока. Едем на... Девушки присаживаются. Давай. Едем на автовокзал. И поедем в Бангкок. Нас будет ждать шикарный отель. Прям около аэропорта. Дон Муанг. Ты чего, не знаешь аэропорт? Да, знаю. Так, ну что, доехали мы до автовокзала. Находится он, видите, вон башня Паттайя парка. И вон еще фудмаркет. Это правая, по-моему, улица, да, называется? 143 бат стоит билет на автобус на одного человека. Едет прямо до аэропорта Суварнабхуми. Вот эти автобусы я люблю больше, чем эти минивенчики. Почему? Потому что там кондиционер, там простор, там уют, там удобно. И он скоростной. В отличие от этих минивенов, которые якобы скоростные, он едет по быстрой трассе и не заезжает ни в какие там пригороды, нигде не останавливается. Все. Паттайя, Суварнабхуми. Все. А мы завтра с утра вылетаем из аэропорта Дон Муанг. Доедем до Суварнабхуми, и там должен быть бесплатный трансфер от аэропорта, который курсирует между вот Суварнабхуми и Дон Муангом. У нас, конечно, вылет завтра, поэтому вот посмотрим, удастся ли нам. Они на этот бесплатный трансфер пускают только по билету. Так вот, посмотрим, пустят нас на этот трансфер или нет, с учетом того, что у нас билет назад. Перекусы с дома. Дорога-то у нас дальняя, до Бангкока перекусить. Милое дело. Все, доехали до аэропорта Суварнабхуми. Сейчас спустимся вниз. К бесплатному этому шаттлу до Дон Муанга. Смотрите, сколько народу, обожаю. Все, мы в шаттле. Получается, второй этаж, третий выход. Подходишь, даешь паспорт, записываешь имя, фамилию, садишься на автобус и все. И мчим до Дон Муанга. Так как у нас багажа в билете не было, мы доехали до этого аэропорта. Мы решили заранее купить одно багажное место. И вышло оно у нас на 2700, 2700 бат. Вот так вот. Сейчас поедем в отель. Отель у нас находится, кстати, недалеко от аэропорта. Минут 15 пешком. Сейчас посмотрим, если тут будет возможность дорогу перейти, дойдем пешочком. Если нет, то такси вызовем. Сейчас отель посмотрим. Давно не жили в отеле. А вон реклама нашего отеля. Сейчас мы поворачиваем. Такой райончик такой. Смотри, дуриан килограмм 230 бат. У нас на районе 130 было в Паттайе. Так. Вижу наш отель. Ой, напугал. Немножко знаешь, что напоминает, Антон? В больницу, как будто к тетке приехала. В республиканскую. Так, ну уютненько, да? А, обувь снимать, да? Конечно. Как мама. Я никогда обувь не снимала. Так, вода. Плитка. Балкон. Вау, какие виды. Здание? Да. Надеюсь. Ой, хорошенькой. Хорошенькая уборная. Так, телефона нет, да? Нет, в туалете. В туалете?
туалете? Да. И кондиционер самое главное. И шкаф. И все хорошо. И все. И можно. И полотенца свеженькие. Все супер. Такой номер стоит недалеко от аэропорта Дон Монг. Он стоит 2 с хреном. 2400 рублей где-то. За сутки. Рублей. Рублей, да. Не бата. Не бата. Недалеко от аэропорта Дон Монг есть станция метро, железнодорожная станция. Мы сейчас поедем на станцию Чатучак. Вот. Видите, где мы находимся? Дон Монг, нам до Чатучака, там будет, должен быть какой-то рынок. Покупаем билет и едем. Такой миф, что вот эти вот автобусы с открытыми окнами, а? С деревянными полами. Да. Красно-бежевые, то, что они бесплатные. Нет, не бесплатные. Вот с одного человека взяли 16 бат. Поэтому будьте готовы раскошелиться. Мы приехали на рынок Чатучак. Нам здесь ничего не нужно, нам просто понравилось название. Мы здесь ни разу не были, и такие, а почему бы и да? Это, по-моему, вообще оптовый какой-то, да? Смотри, тапочки для хотеля. Время уже поздно, поэтому не удивляйтесь, если некоторые павильоны будут закрыты. Остались только сливки. Ой, тут красиво, благородно. Кто-то там сзади поскрипывает, так плачет девочка маленькая. Да. Все для дома. Ой, откуда-то веет прохладой. Да, прикольно, классно. Ты умеешь шахматы играть? Да, конечно. Смотрите. Собаками торгуют. Ой, котенок, смотри, серый. Британский. Вылезти хочет маленький. Посмотрите, есть еще кафе, 150 бат платишь, и можно потискаться с собаками. Ой, дома есть вообще класс. Смотри, как он нет у тебя. Мало велика. Так, вышли мы вот из этого здания. И, так, сейчас проверим. Оп. И зашли сюда. Хотим чего-нибудь перекусить. Ну и просто прогуляться по рынку, посмотреть. Нашел там. И вон. Орешки всякие интересные есть. Манго. Это острый, да? Похоже немножко на казинаки. Пахнет рыбой соленой, сушеной. Как немножко напомнило вьетнамский рынок. Но этот. У нечанги, когда на Чадам ходили, там тоже все ряды вот этими завалены сушеной рыбой. А мы опять попали в какой-то вещевой отдел. Сувенирно-вещевой. По 10 бат. Мукшельки всякие разные. Масла. Вау. Чемоданы продают вам. Одежду. А, он, смотрите, он собирается и уходит уже. 790 бат чемодан изумрудного цвета. Угу. Так, 1200-890. Ой, какой красивенький вот этот вот. Так, ну и все в таком духе. А тут подшивалка.
О, вот сувениры. Прикольные причем. Необычные всякие. Блин, класс. Так, халло. Савадиха. Да, классно. Смотри, Антон, какая пепельница. Прикольная, да? Вау. И череп классный. Смотри, разрисовано. Это как, есть же этот праздник, какой-то мексиканский, день мертвых. А вот Будды всяких разных цветов. Блин, класс. Слоники есть, боксеры. Самоделки на всякие, тоже футболки классные. Тут очень много классной одежды. Женской, мужской. Детской я пока не видела, но... А вот на молодежь. Смотри, сумки всякие прикольные. Разрисованные. Футболки. У нас Пикачу есть. Always hungry. Вечно голодный. А? Юнипло. Блин, клевая футболка, нравится. Сумочки на всякие. 450 бат, 295 бат. А? Похоже так, что это как будто бы это ужин. А-а-а. Ой, такая на ощупь приятная. Это не Uniqlo, это Uniq. Приехал. Как? Это говорит не Uniqlo, это Uni. Материал точно такой же. Ага. Но цена в разы ниже. Ага. Заманили. Смотрите, здесь продаются разные кроссовки. Они ношеные. Прикол, да? Но значит, это должно быть оригиналом. Потому что это наглость было бы продавать. Фейки еще и заношенные. По 300 бат. Да, 300. А вот тут ценники, он указан. А вот тут есть всякие Фила, Найки. Вон Найки. Разные размеры. Может, здесь можно найти какой-то этот раритет. Вот я вижу 97-е. Да, 97-е же? Это мужские. Большой размер. New Balance, он какой-то есть 40,5 размер. Ну, короче, если пошариться, наверное, можно найти что-то в хорошем состоянии. Но я пока вижу, что какое-то все дурацкое. Ну, вот, а что это такое? Сорян. Тут такой хорошенький. О, смотри, какие джинсовки. Расписные, такие фиг где встретишь. Вот так вот только снаружи. Поснимаю. Все в блестках. Ой, Свете бы понравилось 100%. Свете бы не то, что понравилось, она бы нашла бы, что себе прикупить. А мне нравится вот... Так, ладно, не буду говорить. Он арафатки, кстати, Антон хотел арафатку, но он хотел египетскую, настоящую. Так, вот опять какие-то футболки по 100, по 120 бат. Так. Ну и все. Пойдем, конца, а? Пойдем, дойдем. Ну давайте. Какое-то кафе. Аутентичное, охота сказать. А, нет, смотри, диджей играет. А помнишь, в нашей Раше был диджей Бахруш? Ой, девчонка за рулем. Тут сумочки какие-то по 150 бат. Купи две, одна бесплатно. И вот какой-то арт-объект. На самом деле, такой же, наверное, рынок. Всякая чепуха для дома продается.
Так, ну что, нам надо куда-нибудь сесть и перекусить. Все, мы вот поймали такси и едем на Круассан Роуд, чтобы поесть, обменять деньги и просто прогуляться. Мы хотели вызвать Болт. В Болте выходило 200 бат, и вот для примера взяли вот такое такси с таксометром. Сейчас выйдем и посмотрим, сколько по итогу вышло. Антону кажется, что будет дешевле. Сейчас узнаю. Смотрите, мы без двух минут доехали, и вот вышло 107 бат. Повторюсь, в Болте вышло по 200. Вот такая выгода. Вот это она и есть. Вот это вот я женщина искала с паттайем. Да. Да, вот она и есть с курицей. Да. Тут очень вкусно. Антон говорил то, что... Как это? Ротонакорн, да, тот рынок называется? Не, на Депросити. А, на Депросити? Я считаю, на Депросити, да. Он говорит, что на Депросити самый вкусный паттай. Я тут не пробовал. Тут не пробовал. А я говорю, что самый вкусный паттай здесь. Вот сейчас будем пробовать и узнаем твое мнение. Солидарен ты или нет? Я проверю. Давай. С чем будешь брать? Chicken egg. Я тоже с chicken egg. Да? Она даст в контейнере вот эту вот еду. И там вот можно будет насыпать перчик, креветок, арахис и опять этот глютамат натрия. Балдеж. Здесь такие кафешечки милые. Все так оформлено, красиво. Такое здесь настроение романтическое. Мне почему-то даже немножко это напомнило Анталию, вот этот старый город, как там в таких закоулочках тоже вот такие вот деревья с фонариками. В общем, в душном Бангкоке это местечко как-то даже не это, не вписывается сюда. А может, наоборот даже. Вот именно в этом месте можно ощутить спокойствие, уют и окунуться в настоящий животный природный мир. Ну, как раз-таки благодаря вот этим деревьям и плетеной мебели. Господи, что я несу? Все. Вот идем прямо до конца, там будет выгодный обменник. Доллар можно будет поменять. И потом пойдем на пристань. Отужинаем, так сказать. Вот здесь тоже везде этот паттай продается, но у той женщины он самый вкусный. Она яйцо не добавила, по-моему. Добавляла, она при мне жарила. Да, при тебе? Угу. Такие вот роскошные виды. Река Бангкок. Ну, только по чесноку не говори нарочно, типа, да, вкусный. Невкусный? Вкусный, но... Не тот? Не... Твой вкуснее? Да. Ну ты даешь. Но я не для того, чтобы выиграть, это говорю. Потому что я не знаю места, где подать паттай вкуснее. Мне объективно. Тут больше нравится мне. Смотрите, время 11 час ночи. Вот у них тут рыночек. До сих пор он работает, суетятся. Так прикольно. Это Бангкок. Овощи вон собрали. Классно. А мы снова едем в такси, но уже едем домой.
Придем и сразу бухнемся спать. Завтра предстоит нам сложный день. Вылет у нас будет 8 утра. В 5 утра мы поедем в аэропорт. Нас ждет новая страна, в которой мы ни разу не были. Вот, погуляем, посмотрим. И вам заодно тоже покажем. Все, пока-пока.